Вместе с Виктором Андреевичем и звучала испанская любовная песня. Эта запись была записана женой нашего музыканта, и она любительская. К сожалению, вот такого качества. И потом, если посмотреть в Ютубе записи Виктора Андреевича, он никогда не старался выходить как солист первым. Он всегда был, ну, во всех ролях вот ровный. Концертина, как вы знаете, ансамбль, в котором Виктор Андреевич проработал почти 40 лет. Я надеюсь, меня все слышите, да? Это семья, это большое братство, которое воспитало столько любителей музыки, поклонников классической музыки. И в этом ансамбле Виктор Андреевич, ну, я буду говорить Виктор Андреевич, становился и совершенствовался как солист и как ансамблист. Много можно рассказать про ансамбль «Концертина», но я хочу сказать, что есть книга, которую написал Виктор Козодов про этот ансамбль. Называется «Чистый вместе» или «Невыдуманная история концертина». Эта книга издавалась, но очень маленьким тиражом, но ее можно найти в Ютубе. Правильно? Или в Яндексе? Ой, где? Да? Ну, то есть в Яндексе можно найти и ее почитать. Там очень интересная вообще
истории о жизни, о творчестве ансамбля «Концертино», ну, в том числе и про Виктора Андреевича. Помимо ансамбля «Концертино», наверное, тоже слышали, что Виктор Андреевич работал еще в оркестре Русской филармонии. Он был концертмейстером группы деревянных духовых инструментов и очень много себя отдал, жертвенно отдавал этому коллективу. И как он сочетал концертино и оркестр, это только я могла это видеть, чувствовать. Но ведь была еще другая дорожка и очень интересный путь. И не очень-то простой, это педагогический труд, который тоже сочетался с его концертной деятельностью, с его многочисленными гастролями. И, как мы знаем, может быть, не все знают, в эту школу он приходил дважды. Один раз, когда ему было очень-очень мало лет, он еще был студентом консерватории, и второй раз уже, когда он уже понял, что он должен себя все-таки щедро дарить детям, и концертная деятельность стала не такой многочисленной, то, конечно, все ученики, родители помнят его, что он до последних дней именно находился в этой сфере педагогической деятельности. Он очень любил эту работу и старался ее не покидать. А с чем я говорю? В связи с чем? В связи с тем, что после первого захода в школу был замечательный ученик, который сейчас выйдет на сцену. Это Наумов Никита, ну все знают Никита Игоревич, который учился у Виктора Андреевича, который далее пошел в консерваторию, учился у Должикова Юрия Николаевича, закончил аспирантуру. И сейчас он в наших стенах, и мы все его очень любим, ценим, потому что он талантливый музыкант. Я приглашаю на сцену Никита Игоревич. Неизменный концертмейстер Ольга Александровна Кравченко, которая мама для нашего тесного класса флейтистов, великолепнейший концертмейстер, человек, поэтому вот это вот продолжение, которое пошло уже в классе с Никитой Игоревичем, конечно, это здорово. Спасибо огромное вам. Иоганн Себастьян Бах. Ария из сюиты номер 3 исполняет Наумов Никита, партия фортепиано Ольга Кравченко.
Браво! Эстафету продолжает наш внук Иван Шишкин, который вот так вот приходил на эти вечера памяти своего дедушки, услышал учеников, да, учеников, которые выступали, играли, услышал преподавателя Никиту Игоревича, и потом по возвращению с концерта говорил: «Я хочу учиться у этого дяди». Но он еще был не совсем такой взрослый, понятливый. И сказал, что я хочу играть на флейте. И, соответственно, мечта его осуществилась. Сейчас он ученик 2-го класса. Иван, выходи. Едики, танец исполняет Иван Шишкин. Партия фортепиано. Ольга Александровна. У моего дедушки вчера был день рождения. И это выступление я посвящаю ему. Кланяться. Ну ничего, но все впереди. Сейчас мы приглашаем еще одну ученицу, которая вот тоже делает первые шаги на этом поприще. Это Ткачева Настя. Настенька, выходи. И Настя и Ваня в этом году стали лауреатами 3-й степени на городском конкурсе флейтистов. И с этим мы их поздравляем, поэтому вот пускай такое начало очень хорошее, да, оно будет с ними всегда. Настя исполнит арию «Царица ночи» из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Аматея Моцарта. Thank you.
сейчас я приглашаю на сцену выпускницу нашей школы Екатерину Федорову. Катюшенька, выходи, пожалуйста. Катя начинала свое обучение на флейте в классе Виктора Андреевича. Она пришла во втором классе, Катюш? Да. Ну вот где-то класса, наверное, до четвертого пришлось поучиться Виктору Андреевичу. Почему-то мы сегодня ее слушаем, потому что вот ей удалось побывать в руках Виктора Андреевича и Никиты Игоревича. Катя сейчас исполнит произведение «Попа», «Венгерский танец». Слушаем. Мы очень надеемся, что все наши выпускники, они не уйдут из школы, потому что они настолько любят это дело, вот музицировать, выступать. А сейчас у нас очередной выпускник, даже выпускница. Ученица, уже даже не знаю, какого класса. Наверное, уже сколько лет уже прошло, как закончила у нас Вероника? Наверное, года три, да, правильно? Выпускница Виктора Андреевича, Черновока Вероника.
она исполнит арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Партия фортепиано Ольга Кравченко. Я единственное могу еще только добавить, что Вероника, вот даже закончив 3 года тому назад, она не оставляет флейту, она занимается, она играет, она любит выступать, участвовать в конкурсах. Даже недавно была запись с оркестром. Мы ее поздравляем, потому что она у нас постоянный лауреат еще к тому же. Thank you.
Браво, Вероника. Я еще добавлю, конечно, Вероника под контролем Никиты Игоревича. Он ей помогает, безусловно, потому что ее уровень – это только при помощи преподавателя. Спасибо большое. На сцену приглашаю ансамбль флейтистов «Концертина». Прошу. Как вы, наверное, помните, что Виктор Андреевич, как я начала в начале рассказ, Виктор Андреевич работал в ансамбле солистов «Концертина». И вот ансамбль, который флейтистов, ну, наверное, вот получил это название благодаря тому, что Виктор Андреевич как-то хотел оставить след в памяти всех нас. Ансамбль носит имя Виктора Андреевича, за что мы очень благодарны и преподавателю, и администрации школы, потому что это большая редкость, когда сохраняется такая память о человеке. Свиридов. Военный марш из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Шнитки. Полет из кинофильма «Сказка странствий». Исполняет ансамбль преподаватель Наумов Никита Игоревич, концертмейстер Кравченко Ольга Александровна. Thank you.
наши артисты получают красивые цветы. Я хочу сказать, что ансамбль настолько вырос, вы видите, по составу, по количеству. У Виктора Андреевича был достаточно скромный состав, если вы помните. Это были старшеклассники. А сейчас играют даже младшие ребята, понимаете? Так что, Никита Игоревич, это ваша заслуга. Молодцы, то, что вы такой вырастили коллектив. Я хочу сказать, что он уникален, потому что это все ученики одного преподавателя. В этом и сложность все-таки как-то собрать их, да? И хочу сказать, что вот сейчас будут вручены дипломы лауреатов первой степени в очень интересном конкурсе фестивале «Симфония мира». И вообще я хочу сказать, что вот сколько в этом году они получили дипломов, я, наверное, уже потеряла счет. Сколько? Тоже потеряли счет. Вот, вот видите, какой интересный, да, случай. Но, тем не менее, мы их поздравляем. Вы лауреаты, вы сегодня получите дипломы. Поздравляю. Хочу получить дипломы лауреатов, не только участникам ансамбля, но также благодарственное письмо от организаторов конкурса за подготовку лауреата Кравченко Ольги Александровны. Это отдельные номинации. Поэтому дипломы есть и им тоже. Алена Алексеева. Тогда Алисе. Алиса, возьми. Да, вы, наверное, обратили внимание, что Леня, у нас в ансамбле еще наши бывшие выпускники. Так, Леня сейчас спустится. Да. Так, Миша Маркова не вижу. Рита Пичурина. Пожалуйста. Поздравляю. Леня. Ой, Леня даже здесь. Поздравляем вас! Сейчас вы можете пройти в зал, и мы продолжим концерт. На сцену приглашаю преподавателя нашей школы Ирину Владимировну Голубеву. Пожалуйста, Ирина Владимировна, выходите. Попробуем. Очень радостно видеть вас всех в этом зале. Я люблю этот зал. Радостно, что вы помните, что вы собираетесь, приходите в середине мая, чтобы вспомнить Виктора Андреевича, послушать его учеников. И у нас прямо вот в этих майских встречах создается новая такая традиция. Ежегодный вечер в середине мая, вечер камерного музицирования, камерно-инструментальной музыки. Я абсолютно уверен, что и в следующем году, и впоследствии эти вечера у нас будут продолжаться и превратятся в какой-то такой фестиваль камерной музыки,
благодаря Виктору Андреевичу, потому что это он собирает нас и сегодня, и все предыдущие годы, и будет собирать и дальше. Ну, не хочется такой совсем в серьезные какие-то темы заходить, но тем не менее. Арсений Тарковский. Предчувствием не верю. И годов я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. А сейчас песня Александра Галича «Когда я вернусь». Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный раёшный, ворвусь в этот город, котёром казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, с куполом синим невластно соперничать с небом, и ладан запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я не вернусь. Когда я вернусь, засвистят в феврале солони тот старый мотив, тот давнишний забытый запев. И я упаду побежденной своей победой и ткнусь головой, как в пристани, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я переводили замечательные стихи, песни. А сейчас на сцену приглашаю нашего замечательного ученика, который учился в нашей школе у прекрасного преподавателя Ильичевой Надежды Владимировны, а ныне учащийся 10 класса Центральной музыкальной школы имени Петра Чайковского при Московской консерватории. Это у нас с вами Марк Петросян. Выходи, пожалуйста, Марк. Это наша гордость. Марк, лауреат международного конкурса
второй степени в Сочи, правильно? Марк исполнит сонату «Апассионата» Бетховена, третью часть. Thank you.
Браво! Я благодарю родителей, воспитавшего и выросшего такого сына. Спасибо вам огромное. У нас в зале находится наша тоже выпускница, Смолина Вероника. Я хочу ей предоставить слово, она очень хочет нам почитать стихи Ахматовой. Хотела бы сказать большое спасибо прекрасному педагогу Ирине Григорьевне за этот памятный, прекрасный вечер. Я не училась у Виктора Андреевича, но у него учился мой друг, который не может сегодня присутствовать здесь, Ваня Дорохов. Ирина Григорьевна, это стихотворение я посвящаю вам. Анна Ахматова. Сжала руки под темной вуалью. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру». Улыбнулся. Спокойно. Жутко. И сказал мне: не стой на ветру. Продолжается следующая часть нашего концерта, и на сцену сейчас выйдет прекраснейшая сопрано Вера Кононова. Верочка, выходите, пожалуйста, я вас представлю. Всем знакома эта прекрасная дама, которая каждый год нас радует своим присутствием, своим пением, своим прекрасным видом внешним, цветущим. Я вам желаю, чтобы вы оставались такая же вечно красивая, милая, добрая, отзывчивая. Вера исполнит арию Лизы из оперы «Пиковая дама» Чайковского, партию фортепиано нашей неповторимая Ольга Кравченко. Спасибо.
Браво! Спасибо, Вера. Спасибо огромное. Вера – большой друг ансамбля «Концертина». Дело в том, что я очень благодарна Вите за то, что он был и есть в нашей жизни. Мои дети выросли под флейту любимого дяди Вити, который, прежде чем начать репетицию, спрашивал, как у кого дела, кто как учится, что у кого в душе. Это был светлейший человек, который вот остается вместе с нами. И сейчас так привелось стать директором спецпроектов Кремлевского оркестра, где огромное количество духовиков, это на базе Государственного духового оркестра. И когда ушел Витя, для меня было, конечно, очень такая странная штука, когда приходишь, ты грустишь и понимаешь, что вот у тебя произошла трагедия, ушел близкий человек, и вдруг ты видишь, что половина оркестра сидят с такими же грустными лицами. И ты понимаешь, что они все знали, любили, и многие были его учениками. Это такая великая личность, которая живет в наших сердцах и объединяет нас всех. И я сегодня получила такое удовольствие от Шнитки, который играл ансамбль имени Виктора. Поэтому вы все счастливые люди, потому что нас всех объединяет музыка. Счастья всем, добра и мира нам всем. Спасибо огромное. Ну а сейчас на сцену выйдет взрослая концертина, как мы говорим, уже детская концертина и взрослая концертина. Ансамбль, который состоял из 8 человек, сохранился, но в меньшем составе это уже квартет. К сожалению, с нами уже нету 5 музыкантов, я чуть позже про них расскажу. А сейчас, пожалуйста, приглашаю вас, дорогие мои. Ярослав Красников, скрипка. Андрей Сазонов, альт. Иван Пальцев, гобой. И Виктор Казонов, виолончель. Добрый вечер, дорогие друзья. Наши встречи становятся регулярными, как фестивали. Фестивали часто памяти какого-нибудь замечательного артиста. И у нас фестиваль памяти замечательного Виктора Андреевича Пономарева. Не хочется говорить в грустных тонах. Вот я слышал сейчас... Ира говорила о том, что нас стало меньше. Знаете, вот сегодня на репетиции у меня не было ощущения, что нас меньше, потому что, когда мы встречаемся, образы наших друзей, которых уже нет с нами, появляются, они участвуют в репетиции, их шутки, их юмор, а Виктор Андреевич, я вам скажу, был очень веселым человеком, и я думаю, что мы наше выступление... Ну, скорее в таких тонах светлых, не грустных, потому что, ну, он, если бы был здесь, он бы, мы бы все хохотали, он очень был веселый парень. Я вспоминаю, что он увлекался шахматами, как и я, и мы с ним вместе ходили играть за консерваторию. Но он играл не очень хорошо, поэтому ему не хватило один раз места, он, значит, был там, предположим, было 5 досок, а он, значит, получился на 6-й, а противника не было. И, в общем, получилось, что он ходил и всем за всех болел. И даже до такой степени, что судья его один раз чуть не наказал. То есть он так эмоционально за всех переживал. Вот. Он в галстуке, в пиджаке был настоящим педагогом. Я знаю это точно, потому что я тоже педагог, и он мне рассказывал с такой радостью, как он хорошо занимается детьми. С нами он был смешной, бесшабашный, веселый, но я точно знаю, что он в семье тоже был другой, такой настоящий семейный, он очень хозяйственный парень, у него все горело в руках. То есть я мог бы час говорить о его достоинствах, но мы лучше сыграем, и, может быть, вы почувствуете, как образ наших друзей, ведь что такое наша классическая музыка, и, собственно, почему мы с вами встречаемся? Во-первых, потому что музыку надо слушать. Вы приходите сюда учиться, да? Учиться чему? Любви. Это музыка, это любовь. Любовь человека к человеку, которая передается через звуки. Это первое.
Мы сейчас стараемся принести. Второе, это то, что мы вспоминаем светлую личность. Даже, может быть, здесь не все знают его, может быть, такое даже. Или не все ученики его здесь сидят, да? Некоторые ученики у него не учились. Я вижу, маленькая девочка стоит, и, наверное, она у него... Но то, что он сегодня присутствует в этом зале, да, это великое дело. Вы понимаете, что дело наше живет. Кого-то уже нет на свете. Моцарта, например, нет. Мы исполняем его произведение, сейчас вы услышите. Или Бородина, великого русского композитора, который был одновременно химиком. Знаете, это очень интересно. Ну, это в следующий раз. Да, или неизвестного композитора, которого вы первый раз услышите. Три произведения мы исполним. И все они будут как бы здесь тоже присутствовать. Но разве это не чудо? Ну, итак. Моцарт. А даже для английского рожка, скрипки, альта и виолончели исполняет ансамбль солистов «Концертина». Thank you.
И должен вам сказать, что вот я воспринимаю нашу сегодняшнюю встречу тоже как вот такую встречу, когда музыканты, которые опытные, достигли чего-то уже в своем деле, в своем ремесле, в своем творчестве, общаются с молодыми и передают свой опыт. Ну и от себя добавлю, что я с огромным удовольствием прихожу в вашу школу всегда. Здесь великолепная атмосфера, замечательные дети, педагоги. И я не удивляюсь, почему каждый раз нам приходилось с Виктором Андреевичем, извиняюсь, спорить, что важнее, концертина нашей репетиции или школа, куда он собирается идти. То зачет, то ученики, то кто-то играет на конкурсе. Вот, так что он очень школу любил. И... Я тоже хочу небольшую историю рассказать о Викторе. Это было где-то во второй половине 80-х годов, когда еще был жив наш художественный руководитель Андрей Корсаков. Вот на одном из концертов, по-моему, это было в Минске, в органном зале, к нам в артистическую зашла очень восторженная дама, и, значит, поздравляя Корсакова, стала его спрашивать: «Скажите, пожалуйста, Андрей Борисович, скажите, а вот флейтист, это не ваш сын?» Он говорит: «Да нет, он же так на вас похож, он копия вас, неужели это ваш, не ваш сын?» Он долго сопротивлялся, потом сказал под большим секретом, и сказал, что да, это его внебрачный сын. Вот. И она довольная ушла. После этого Андрей Корсаков стал звать Виктора сына. Сына. Вот. И за ним, и мы тоже начали его так называть. Ему нравилось это прозвище. Так что вот Виктор Андреевич был у нас сыном. Спасибо. Очень приятная история. Бородин. Вариации на тему русской песни «Ах, зачем я тебя огорчила» для струнного трио исполняет ансамбль «Концертина». Thank you.
ансамбль часто гастролировал, и были большие, наверное, переезды. И в одном из переездов там кто-то чем-то занимался, кто играл преферанс, кто там читал книжки. А Виктор Андреевич решил, научи меня на альте играть. Давай, это просто очень. Как бы любак. Как вы так замечательно играете на органе? Это очень просто. В нужное время надо нажимать на нужную клавишу. В общем, примерно так я с ним занимался на альте. Но вот за время поездки он успел выучить гениальное произведение Бетховена «Сурок». И к великому удовольствию ансамблиста он его исполнял. Вот. И потом даже на одном из дней рождения нашего пианиста Дмитрия Шведова он его исполнил блестяще. Вот. Ну, на этом его альтовая история не закончилась. У нас был замечательный концерт, как-то уже лет 30 назад. Был у нас новогодний капустник в Малом зале консерватории. Вот. И один из номеров был, это романс Антона Рубинштейна «Квартет». Вот я исполнял там вокальную партию, а остальные, значит, наши ансамблисты играли не на своих инструментах. Вот у нас, значит, кто у нас скрипач-то был? Поскольку квартет. Я первую скрипку играл. Он проказница мартышка. Он выскочил, да. А, он на скрипке, значит. А кто же на артит у нас? Кацин. Вот он на скрипку, значит, перешел. Но было очень интересно, все играли на разных инструментах. Слава играл на фортепиано. Вот наш контрабасист Паша Саныч и Ланчели. Я исполнял партию, значит, вокала. И это было замечательно. Кстати, можете его найти в Ютубе, там замечательный этот номер. До сих пор я вспоминаю. Так что вот, мы его такие... как-нибудь покажем на концерте. Да, да. Послушаем. Вот такие истории у нас. Ансамбль был веселый, конечно. То, что вот, отличается. Музыканты шутят, что называется. Ну а сейчас наш дубаист исполнит тоже замечательное произведение. Танцы. Адажио и аллегретто для гобоя, скрипки, альта и виолончели исполняет ансамбль солистов «Концертина». Thank you.
Браво! Браво, браво! Дорогие музыканты, спасибо вам огромное. Но если бы вот опять-таки не те имена, которые я сейчас произнесу, а я хочу их все-таки назвать, с которыми была очень долгая-долгая творческая жизнь у этого коллектива, и без которых они сейчас очень тоскуют, безусловно. Не хватает флейты Виктора Пономарева, не хватает Ярославы, Софии Красниковой, Ярослав, прости, пожалуйста, Софии Красниковой, скрипка, не хватает Дмитрия Шведова, фортепиано, клавесин, и не хватает нам контрабаса Павла Саблина. Мы очень скорбим. Андрей Корсаков – это наш руководитель. Я почему говорю наш, потому что мы семья, понимаете? Андрей Корсаков, который, к сожалению, очень рано ушел, 44 года, но мы все равно помним его, любим, ценим, каждый год навещаем его могилку. Так что, ребята, вам здоровья, крепкого, творческого, долголетия. Вы наши любимые, постоянные исполнители, мы вас будем всегда ждать. Спасибо огромное. В конце концерта я хочу всех присутствующих гостей, наших друзей, любимых учеников, артистов, нашу любимую администрацию, наших любимых преподавателей поблагодарить и сказать: вы чудные, то, что пришли сегодня и услышали такой уникальный концерт, потому что все исполнители сегодня отдали свое сердце, свою душу нам, друг другу, и, конечно, Виктору Андреевичу посвятили свое исполнительство. Спасибо большое за ваше внимание и до новых встреч!